Опыт, ответственность, стремление к повышению профессионализма. В Самаре состоялся финал областного конкурса профмастерства среди водителей автобусов. Его провели в Самарском регионе в 21 раз. За право лидерства в профессии боролись несколько десятков участников. Это водители из Самары, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Кинеля и Жигулевска. Конкурсанты сначала продемонстрировали свои знания ПДД на теоретическом этапе, а потом приняли участие в скоростном маневрировании. Участники должны были проехать в ограниченном пространстве, показать параллельную парковку и движение задним ходом, развороты и подъезд к остановке. Под каждый вид транспорта конусы во время прохождения заданий переставляли. За каждый сбитый конус начислялись штрафные очки. Тольяттинские водители муниципального предприятия собрали целую россыпь наград на областном конкурсе. Они выиграли золото во всех дисциплинах, в которых участвовали, и одержали командное первенство. Алексей Суржин признается, старался просто получать удовольствие от своей любимой профессии. Этот настрой и помог победить. Да все отлично вообще, без проблем. Уже не первый год участвую. Команда транспортного предприятия из Самары завоевала третье место. Бронзу в личном зачете заслужила и самарский водитель Вероника Оболенская. Организаторы соревнований подчеркивают, конкурс проводится с целью повышения качества обслуживания пассажиров и безопасности перевозок общественным транспортом. Водители, которые регулярно совершенствуют свое мастерство, затем и на маршрутах лучше справляются с нестандартными ситуациями. Конкурс предназначен для того, чтобы выявить лучших водителей. К этому конкурсу водители специально готовятся. Поэтому для города это мы получаем в копилку дополнительные навыки и умения конкретно водителей. Стоит отметить, что, готовясь к соревнованиям, водители совершенствуют свои навыки не только в рамках рабочих обязанностей. Многие заранее изъявляют желание подать заявку на конкурс и тренируются даже после рабочих смен, после выходов на городские маршруты, становясь примером для коллег. Когда они принимают участие, они отдыхают душой. Они проявляют свои качества организаторские, способности водительского класса, показывают свой уровень подготовки. И, собственно говоря, это мотивирует другой личный состав. Кроме того, участники конкурсов первыми допускаются к работе с новыми автобусами, которые поступают в парки в рамках различных программ. К нам идут новые специалисты в предприятие. Значит, с учетом того, что приобретается новый перечный состав, значит, люди, пришедшие на предприятие, им предоставляют, соответственно, значит, новый подвижный состав, на котором они могут отстажироваться и в дальнейшем работать. Победителям вручили медали, кубки и ценные призы. Также они будут защищать честь региона на всероссийских соревнованиях. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.